Високую концентрацію мотивації і корисного досвіду отримала гомельська молодь на конференції по старті і розвитті бізнесу. Пляцовкою для масштабного вебінару став Білоруський гандлєво-економічний університет споживецької кооперації. Які веди цікавить сучасних молодих людей, поцікавився наш кореспондент Павел Міхно. Еще до початку мероприемства у холле университета собралась шмат активной молоди, для якой организаторы конференции подрихтовали приемные сюрпризы. Выступления артистов, костюмированное шоу и шматликие фотозоны подогревали и без того великую цікавость. Конференция под назвой «Концентрат 25.0. Бизнес с нуля» стала по-соправданному значной подеей. На одной пляцовце организаторам удалось собрать наибольш инициативных молодых людей Гомельщины и, самое важное, поделиться за ими в опыт. На сегодняшний день и правительством, и главой государства очень много делается для поддержки малого и среднего бизнеса. Мы, как общественное объединение «Союз молодежи», в первую очередь, наверное, для себя видим здесь свою роль, как можно подставить плечо. Это в том, чтобы создание такой площадки, на которой бы молодежь могла приходить и понимать, что такое бизнес, с чего его начать, мотивировать на это, потому что это немаловажно. Есть такое хорошее слово, которое осталось у нас в постсоветском пространстве, и оно есть на самом деле везде на Западе – план. То есть план действий, что я буду делать завтра, послезавтра, в четверг и многие-многие годы вперед. Если ты не действуешь, это, кстати, очень важный смысл, который вынесут ребята с этого мероприятия сегодня, то завтра у тебя ничего не будет. Завтра начинается сегодня, так что действуйте, ребят. Як раскрыть у себе лидерские якости и собрать команду? Отказы на это и иншие пытания удельникам вебинара да помогли знайсти поспяховые бизнесмены и популярные блогеры. Обменяться опытом атрымалася подчас проведения онлайн-конференции, удел у якой примали каля 200 городов за всего свету. Долучение Гомеля до подобного диалогу открывая молоди новые махчимости для реализации их идей. Павел Міхно, Євген Макеєнко, телерадіокомпанія «Гомель».